За истекшую неделю на территории города зарегистрировано 211 дорожно-транспортных происшествий. Из них всего 3 отчетных, там, где у нас пострадали люди. Значит, за 7 дней текущего года сотрудниками госавтоинспекции было выявлено 2 водителя в состоянии алкогольного опьянения, 10 административных материалов составлено за отказ от метасвидетельствования и 44 административных протокола за нарушение правил выезда на полосу встречного движения.